friendliest mood. Radio Amor. A $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Всем привет. Сегодня короткое видео о том, как же при наличии у тебя канала YouTube и количество огромного видео там найти какое-то видео, которое ты туда закачал когда-то. Ну, то есть поиск по времени и дате на канале YouTube, если у тебя на своем канале, не вообще на YouTube, а на своем канале. Я много перерыл видео в интернете, как это сделать, но так и не нашел. То есть сейчас посмотрим, какой способ я придумал. Есть вот такое видео, которое я закачал, значит, которое называется «Последний звонок 2012». Я его нашел у себя в архиве и был не уверен, есть ли оно на YouTube. Надо посмотреть, просто в 2012 году выкладывал я такое видео, потому что, как правило, я выкладывал это. Как оказалось, не так просто это все найти. Еще раз повторюсь, перерыл весь YouTube, как же найти видео. По ключевым словам, конечно, можно, ну, вспомнить, но вот честное слово, 10 лет назад, как я назвал видео, можно, конечно, писать, можно теги придумывать. Ну, короче говоря, давайте заходим на свой канал, и на канале есть такая фишка «Мои видео», да, это вы попадаете, нажимаем, значит, вот тут слева будет, и тем самым мы сможем на этом канале найти, надо перейти в студию YouTube, это вы сможете перейти, если нажмете «Мои видео». Вот видите, открывается студия YouTube. Здесь есть такой отличный раздел «Аналитика». Нажимаем на студии кнопочку «Аналитика» и переходим в аналитику. Логично, переходим в аналитику от YouTube. И здесь мы видим, поиск есть в этой аналитике. Вот последние 28 дней. Ну, нас это не устраивает. Открываем эту галочку. Здесь есть различные другие поиски. Тоже нас это не устраивает. Мы берем другой диапазон дат и просто в датах вот тут вот вверху меняем. Ну, 12-й год мне надо. Тут ставим 12-й, 1 января. Ну, например, любой диапазон можно выставить, но в данном случае я как пример привожу с 1 января 12 по, скажем, 12-й год, 31 декабря. Что-то сбивается тут иногда. Я так логику не понял, как тут цифры ставятся. Ну, вот надо подравнять. Короче, смысл такой, что ставим 31 декабря. Да, вот так, наверное, 3-1. Этот стираем. 12. Вот. Выбираем дату, выбрать. И видим, появляется вот такая панель, где видны все видео, и не только видео, а количество просмотров. Ну, все показатели за этот период. И вот здесь мы видим, что есть такой вот у нас 3 видео вышло такого-то числа, там 6 видео, 5. Ну, то есть видим по кубикам, какие видео вышли в этот период. И ничего не стоит за этот год быстренько просмотреть, какие видео вышли, каких нет, какие я закачивал. То есть для меня это оказалось очень удобным способом. Мне это дело очень понравилось, тем более вот количество просмотров, можно посмотреть, что же такого смотрели, там, что привлекало зрителей в этот период. Ну, на то она и аналитика. Вот такой незамысловатый способ, если кому интересно, вот даже вот тут, вот видишь, 10 тысяч просмотров, что там было, это 31 августа, по-моему, было, да, смотрим. Ну и можно посмотреть, что же народ смотрел 31 августа, что так было много просмотров. На этом, собственно, все. Кому интересно, вот тоже тут количество просмотров 17 тысяч в один день. Это, наверное, было вот что-то такое. Вот это видео, я думаю, коп, наверное, и коп. Или второе, это, ну, что-то привлекало. Выставка, может быть, и выставка. Ну, неважно. Всем удачи, всем пока. В общем, вот такой способ может кому-то пригодиться. Потому что других способов пока, ну, кроме как ключевых слов, не нашел. Всем пока.